Всем здравствуйте! Выполним звукобуквенный разбор по просьбе моих подписчиков. Разберем слово «ветерок». Запишем это слово «ветерок». Ветерок. Поставим знак ударения. Ветерок. Ударение падает на третий слог. Укажем количество слогов. В этом слове три слога. Транскрипция. Транскрипции мы пишем, как слышим слово «ветерок», «ветерок». Сразу укажем количество звуков и букв. Буквы – значки, которые мы пишем и читаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 букв. Звуки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 звуков. Количество букв и звуков здесь совпадает. Первая буква «В» обозначает звук «В». Этот звук согласный, звонкий. У него есть пара по звонкости, глухости, значит, он парный. В этом слове этот звук мягкий, «В». Другой может быть твердым. Значит, парный по твердости, мягкости. Следующая буква, буква Е, обозначает звук И, ветерок. Этот звук гласный, безударный. Больше мы ничего у гласных не определяем. Следующая буква, буква Т, обозначает звук в этом слове Т. Этот звук согласный. Глухой. У него есть пара по звонкости, глухости, значит, он парный. В этом слове он мягкий, другой может быть твердым, значит, парный по твердости, мягкости. Следующая буква, буква Е, ветерок, обозначает звук И. Этот звук гласный, безударный. Следующая буква «Р» обозначает звук «Р». Этот звук согласный, звонкий, он сонорный. У него нет пары по звонкости, глухости, непарный. В этом слове он твердый, в другом может быть мягким, поэтому парный по твердости, мягкости. Следующая буква – буква «О». И звук О под ударением. Этот звук гласный, ударный. Следующая буква, буква К, звук К. Этот звук согласный, глухой. У него есть пара по звонкости, глухости, ГК. Значит, он парный. В этом слове он твердый, другой может быть мягкий, значит, парный по твердости и мягкости. И выполним звуковую схему этого слова. В – мягкий, мягкость придает Е буква. Т – мягкий, мягкость придает буква Е. Р – твердый. Твердость придает О, и К тоже твердый. Ветерок. Спасибо большое, что спрашиваете меня. Я рада всегда вам помочь.